Региональные депутаты вновь сегодня обсудили, как эффективно работать с недрами на лесных участках. Совсем скоро арендаторы территории смогут использовать полезные ископаемые, к примеру, песок. В первую очередь это касается крупных компаний, которым при освоении лесов необходимо строить дороги. Использование для строительства песка собственного участка поможет заметно снизить затраты на производство. На сегодняшний день приходится либо готовить аукционную документацию и проходить лицензирование, чтобы разрабатывать какой-то карьер. Это занимает год. Или покупать песок на уже лицензированных карьерах, которые зачастую находятся очень далеко от мест, где они работают. Планируется, что новые правила вступят уже этой осенью.